Всем привет, с вами снова Яблок Фалкон, и сегодня смотрю поединок, который пройдет 18 июля. Я именно буду между Кевином Гастовым и Джеком Хелмансоном. Сейчас он может сказать 65 на 35 против Хелмансона, и я думаю, он надеется победу единогласным решением судей. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто по вашему мнению победит и каким методом. В батьке для UFC я понимаю участие, но никакой информации делиться не могу, к сожалению. Кстати, скоро она выйдет, так что мне нужны ваши донаты. Все ссылки в описании. Также вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм. Поддержите ролик лайком или дизлайком. Выразите свое мнение по поединку. Ну и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Все ссылки оставлены в описании. Ну и ждем для UFC 4. И первым в октагон выходит Джек Джокер Хелмансон. 25 боев, 20 побед, 11 нокаутом, 5 боевым и 5 положений. Расширят уже в октагоне. Думаю, он будет добавлен в UFC 4, но посмотрим. А вот появляется и его оппонент. Кевин Гастелум. 21 бой, 15 побед, 6 нокаутов, 4 болевых, 5 положений. И еще один поединок был призван не застрелявшимся. And of course, he's got the ticker to boot, Joe. This is a tough force to be reckoned with at 185 or 170 pounds. Kelvin Gastelum shocked the world when he was the underdog, but yet defeated the dangerous Uriah Hall to win the Ultimate Fighter in a weight class one step above his natural weight of 170 pounds. Уверен себе, Кевин. Уже и Брюс Башман готов представить нам оппонента. И первым нам представляет шведского балыша. Making his professional debut here tonight. He stands 6 feet 1 inch tall, weighing in at 185 pounds. Fighting out of Malmo, Sweden, the Ghost. Поклонился публике, швед, а теперь нам представляет и американец. A wrestler holding a professional record of 16 wins, 3 losses, and 1 no contest. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 185 pounds. И лефи поединка Дэн Мироглиотто. Так что первый раунд, погнали. Поприветствовали друг друга плавани, мидл кик от Гастелума. Хелмансон ответил. Вашмен. Сталкивается Кевин. Попадает. Сейчас американец швед отвечает. Мимо. Неплохая комбинация от шведского бойца. Отвечает Гастелум. Тоже тейкдаун от Хелмансона неудачно. Попадает Гастелум. Пугает друг друга тейкдауны больше. Лоу кик. Тоже тейкдаун от Гастелума. И не оказывается она
успешный. Перехватил тейкдаун сразу швед. И сейчас он находится в доминирующей позиции. Поднимается большой скринч. И снова воняет Хелмсон своего визави. Тяжко входится к Гастовому. Пока что контролирует швед своего визави. Пытается плевнуть Гастовому своего оппонента, не вышло. Пока что удерживает свою доминирующую позицию Хелмсон. Сколько должен пустил Гастову? He's doing a great job of moving and transitioning here on the ground. Good shot. Атакует Джек. И контратака от Гастовому. И вот он уже сверху. And Busy as he looks to improve position here. Ooh, postures up and now goes with the big strike to the body. Well done there by Gastelum. И уже Кевин пытается включить урон своему оппоненту. Now the hammer fist here by Gastelum. Excellent movement on the ground here. Constantly moving, constantly staying busy. In half guard. И пока же тяжело приходится шведскому Джокеру. Пытается деваншироваться Гастовым. Жак первую половину раунда. Не позволяет пока что Гастовым что-то сделать сейчас Хелмсону. И боль возвращается в стойку. Попытка тейкдаун от Гастовума, и она оказывается неудачей. Неплохо. Продолжает бить швед своего оппонента. И первый раунд за Хелмсоном. 10-9 в его пользу. Нам покажут лучшие моменты. Here's another takedown. And here's another very nice takedown. Good to have Brazil's Jenny Andrade in the building here. И у нас раунд номер два. Попродвигаться друг друга в плавание. Мидл-кик от Хелмсона. Вашемен. Неплохо будет
Гастовым. Мимо. Combinations. Throw your punches in bunches and really try to force the issue and get your opponent out of it. Nice shot. Oh, that. Джек. Отвечает Келвин. Oh my goodness. Попытка тейкдауна от Шведа неудачна. Гашман, тоже неудачная попытка. И снова неудачная попытка от Шведа. Как не получается? И все таки Хелмсон его поводит. Неплохо. Doing some pretty effective work, Joe. Lands a strike there from the bottom. Nicely done there by Gastelum. Забывает спину Гастелум. Пропускает Джокел. And busy as he looks to improve position here. Nice hammer fist. Неплохо. He's doing a great job of utilizing the ground and pound here. Really getting off some excellent shots. Даже конечно он полностью контролирует ход боя. Under 3 minutes now to go in round two. Postures up. Oh, massive elbow lands. Попускает Джек. Pretty significant welt to the left side. Covering up, doing a nice job of blocking those shots from the top. И уже Хелмсон добивает спину. Excellent. Just over 2 minutes to go in round two. Неплохо, это брат Швед. Ну, больше как левовачивает у Гастова. Тоже конкурентный поединок у нас. Вашемен. Уже Гастову. То есть Хелмсон сверху находится. И гильотина от Кевина Гастелума. И похоже это все. Да, сейчас Хелмсон и бой окончен. Ликует Келвин. Well, yeah, so the work in the gym pays off here tonight as he gets the win by submission. Gorgeous setup on the choke, and I think he can better execution down the stretch. Clearly it was sunk in deep. His opponent had no choice but to tap or take a nap. Но мы посмотрим, что же все-таки будет в ляйном поединке. Let's see it again here. Deep guillotine choke, full guard for the tap. And let's watch it here one more time. Deep submission. And the tap. So there he is, your winner by submission. That could hold up as one of the better subs of the year. Near perfect execution tonight. Now we go inside the octagon. Победу болевым приемом в этом раунде одерживает Келвин Гастелум. Well, Kelvin Gastelum.
Many in the fight game would be surprised if Gastelum doesn't one day fight for a UFC title. Гастелум попал 52 удара из 124 выброшенных. Хелмшин 64 из 104. Поочередным 17 из 43 Гастелум, 24 из 34 Хелмшин. По тейкдаунам 0 из 7 Гастелум, 2 из 10 Хелмшин. Контроль 3 минуты 26 секунд Гастелум, 3 минуты 16 секунд Хелмшин. По раундам. Первый по ударам 28-39, по сильным 11-17. По тейкдаунам 0 из 4 Гастелум, 1 из 6 Хелмшин. Контроль минута 28 Гастелум, 2 минуты 9 секунд Хелмшин. Второй раунд. По удаву 24-25, по сильным 6-6, по трекдаунам 0 из 4 Гастелум, 1 из 4 Хелмшин. Контроль минута 59 Гастелум, минута 0-6 Хелмшин. И первый раунд все судьи отдали Хелмшину. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки находятся в описании. Всем пока!